Кыргызстан и Узбекистан открыли границы в двустороннем порядке. Граждане обеих республик могут выезжать на территории обеих стран без ограничений, но при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Узбекистан стал 32-м в списке стран, для которых Кыргызстан официально открыл границы. Мои коллеги с подробностями. КПП «Достук» автоджол открыт с обеих сторон. В настоящее время поток людей на границе увеличился. Большинство граждане Узбекистана, заезжающие на территорию Кыргызстана. Люди рады, что после карантина граница функционирует в прежнем режиме. Я приехала полгода назад. В соцсетях прочитала, что границу открыли, и сразу же отправилась в путь. Я счастлива, что границу открыли двусторонне. Пусть будет мир, и никто не болеет. Я гражданка Кыргызстана. Вышла замуж в Узбекистане. Услышав, что открыли границу, сразу же с детьми едем к родителям. Границу перешли без проблем, но все санитарные требования должны строго соблюдаться. Кыргызская сторона открыла границу 1 сентября. Узбекистан выступил с официальным заявлением об открытии границы вчера в 21:30. В настоящее время граждане двух стран переходят границу в прежнем режиме. На данный момент по двустороннему соглашению граница полностью открыта, работает по специальному алгоритму при строгом соблюдении санитарных норм. Теперь граждане беспрепятственно смогут проходить границу, как и до пандемии. Граждане двух государств могут въезжать на территорию республик без ограничений, но при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Лица, находившиеся в Кыргызстане последние 14 дней или имеющие справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус в течение последних 72 часов, не подлежат карантинному контролю при въезде в Узбекистан. Граждане Кыргызстана и Узбекистана, пребывающие на территории стран, проходят в пунктах пропуска термометрию и опрос с заполнением анкеты. Граждане Узбекистана, выехавшие из Кыргызстана и находящиеся только на территории этой страны, не подлежат карантинному контролю по возвращению в республику. Во всех остальных случаях лица, въезжающие в Кыргызстан и Узбекистан, подлежат карантинному контролю в порядке, установленном в этих странах. Пропуск лиц через кыргызско-узбекскую государственную границу осуществляется в следующих пунктах пропуска: Достук автодорожный, Кызылкия автодорожный, Кадамджай автодорожный, Маданият автодорожный и Баймак автодорожный. Транспортные средства пересекают кыргызско-узбекскую госграницу только через КПП «Достук автодорожный», Кызылкия автодорожный и Кадамджай автодорожный. Транспортным средствам в период пандемии препятствий не было. Они проходили проверку. Сначала у водителей брали ПЦР-тесты, дезинфицировали грузовую машину. Если у водителя отрицательный анализ, его пропускали. А если положительный, то его сразу же машина скорой помощи забирала в изоляцию. Поэтому особых изменений в транспортном передвижении не было. В связи с пандемической ситуацией в стране в марте границы были закрыты. На данный момент по мере стабилизации эпидемиологической обстановки ограничения постепенно снимаются. С 1 сентября Узбекистан включен в список стран со стабильной эпидемиологической ситуацией по COVID-19. Он стал 32-м по списку стран, для которых Кыргызстан официально открыл границы. Гульжан Руматқызы, Жаңыл Тұрдымаматова, Бекжан Рыспайұлы, ЛТР, Ош.